Боже, что это за место? Надо выбираться. Здравствуй, Владислав Копцев! Кто ты? Что тебе нужно? Откуда ты знаешь мое имя? Твое имя и так сейчас знает почти весь Рунет. Я тебе сделал что-то плохое? Я отпущу тебя. Только ответь на один единственный вопрос. Зачем ты здесь? Так за что же? Я тебя в школе обижал. Ответ неверный. За это наказание. Повторю вопрос. За что ты здесь? Я не знаю. Что ты мне сделаешь? Ответ отрицательный. Даю тебе последний шанс. Надо выбираться отсюда. Открывай все. Что ж, ты так и не ответил правильно, мошенник Копцев. Увидимся там! Всем привет, друзья. У меня произошло ужасное. У меня обнаружили рак третьей степени. Это очень ужасная новость. Пожалуйста, пожертвуйте, кто сколько сможет, на лечение. Даже если... Даже если из миллиона подписчиков все пожертвуют по 1 рублю, тогда я смогу побороть болезнь. Спасибо за внимание. Вот идиоты. Знали бы, что я набрал кредитов на несколько миллионов. Вот идиоты. Сволочь! Моя больная дочь, которой мы копили на лечение, перевела половину средств тебе. Она понимала, что обречена. Она лишь хотела помочь таким же, как и она сама. А ты оказался лишь фриком. Я очень надеюсь, что вы встретитесь на том свете.